Участники смены лидеров сегодня сдают своеобразный внеурочный экзамен. Им предстоит показать все, чему научились за это время. Каждый из них смог не только проявить себя, но и научиться работать в команде. Итоги большой работы подводят не только школьники, но и педагоги. Мы добились своих поставленных целей, своих поставленных задач. Наши ожидаемые результаты оправдались. Детям очень нравится, дети готовы, дети хотят идти вперед. Мы уже обсудили планы на будущее, что этот проект будет целый год. И в Республике детства, и в городском штабе лидер. Данный проект осуществляться свою деятельность будет весь год, на протяжении всего года. Во время смены школьники занимались сразу по четырем направлениям, где каждый мог найти себя. Гражданская активность, военно-патриотическое воспитание, информационно-медийное направление и личностное развитие. Юноши отдавали приоритеты военной тематике, а девушки пробовали себя в роли фотографов и журналистов. Самое первое наше задание – это была наша стенгазета. Здесь мы прописали самые главные новости российского движения школьников. Еще у нас мы провели соцопрос, где мы опросили ребят на вопрос, хотите ли вы стать лидером. И 91% сказали «да», и всего лишь 9% сказали, что они не хотят стать лидером. Это только первая ступень школы лидера. Теперь они автоматически переходят в распоряжение городского штаба «Лидер». Вчерашние участники проекта стали его реализаторами. В своих школах они будут помогать в организации различных мероприятий, в том числе и городских. Дало значительно большие знания. Эти знания могу применить в школе вместе со своими педагогами, в кругу своих друзей. Могу обменяться опытом с ними в дальнейшей их работе и на протяжении всей жизни. Мне эта смена очень понравилась. Она, конечно же, нужна, потому что дети развиваются. А это развитие очень нужно всем детям. Они в первую очередь учатся разговаривать. Команда сплочения у них получается очень хорошо. И дети достаточно такие очень хорошо развиваются. В будущем, я думаю, это им понадобится. В завершение мероприятия организаторы подвели окончательные итоги смены и вручили юным лидерам официальные сертификаты об окончании курса обучения. Руслан Душевский, Анапа регион.